나도 지금 다 그냥 하고. Актуалі б ти ми ходи сім гарі шість аула, со пак шимат пак ава там міс, со ми цхрамет і пагу шлому сацяц удеба, о пара да ваш бас сілія. Рад и утхари чудат исмис. А звук очень плохо слышно. Дади, петлич хорошо, это мере, ану, шени хмагар исмис. Да, ак хамде ма ицкар гатру исмуда, петлич гарф конда. Невозможно оставить Верховного Господа Рамачандры просто благодаря своим достоинствам, таким как знатное происхождение, красивая внешность, красноречие, проницательный ум или принадлежность к высокоразвитой расе. Ни одно из этих достоинств не привлекает Господа. А иначе как объяснить, что Шри Рамачандра признал своими друзьями нас, простых лесных жителей, которые не отличаются ни красотой, ни знатным происхождением, ни умением изящно говорить. Паргмани. Материалური ღირსებები, მაღალი წარმომავლობა იქნება ეს მშვენიერებამ, ჭერმეტყველება, გონება, მახვილობა თუ მაღალგანვითარებული ერის წარმომადგენელი, ვერ დაეხმარება კაცს გახდეს უზენაესი უფლის რამაჩანდრას მეგობარი. ამათგან არც ერთი ღირსება არ იზიდავს უზენაეს, თორემ როგორ აიხსნებოდა ის, რომ უფალმა რამაჩანდრამ მეგობრებად მიგვიყო ჩვენ, ეს უბრალო ბინადარნი, რომლებიც არც კეთილშობილებით გამოვერჩევით, არც მშვენიერებით, არც დახვეწილი საუბრით და არც მაღალი წარმომავლობით. В своих молитвах, обращенных к Кришне, Шримати Бхакти Деви назвала его Кинчана Гочара. Приставка «а» означает «не», а слово «кинчана» – нечто, принадлежащее к материальному миру. Человек может очень гордиться своим престижным положением в обществе, богатством, красотой, образованностью, но хотя эти достоинства играют важную роль в мирских делах, они вовсе не требуются для того, чтобы установить дружеские отношения с Верховным Господом. Тому, кто обладает подобными материальными достоинствами, следует стать преданным. Только тогда его достоинства найдут должное применение. К сожалению, те, кто кичится своим знатным происхождением, богатством, образованностью и красивой внешностью, данные штаты, что ошибли, не стремятся развивать в себе сознание Кришны. Поэтому Верховный Господь не обращает никакого внимания на их материальное достоинство. Постичь Господа может только тот, кто предан ему Бхагьяма Бхуджаваки. Все, что требуется от человека, это преданность и искреннее желание служить Верховной Личности Бога. Об этом говорил Рупа Госвами. Единственная цена, которую нужно заплатить за благосклонность Господа, это искреннее желание снискать его благосклонность, плавлю этому читанию Бхагавате,
Матфея 24, из этого и сказано, какая невероятная удача выпала к вечеру и до величия этого преданного. Господь Брахма и Господь Шива вливают потоки слез. Никакие богатства или познания, никакое число последователей не сделают человека способным постичь Кришну. Покорить Чайтанью Махапрабху можно как чистой преданностью. Человек Шридхара был очень искренним и преданным Господа Чайтанью Махапрабху. Он зарабатывал на жизнь тем, что продавал чашки, сделанные из коры и бананов. Половину своей выручки он всегда тратил на хранение Ганги, другую половину на собственные нужды. Человечек был настолько беден, что жил в хижине с очень ветхой дырявой крышей. На хорошую посуду у него денег не было, поэтому он пил воду из старого железного кувшина. Но несмотря на свою бедность, он был великим преданным Господа Чайтанью. Этот пример показывает, что даже последний бедняк, не имеющий почти собственности, может стать очень воскрешен преданным Господу. И так материальное достоинство не помогут вести прибежище Господа Кришна. Это прибежище доступно только тем, кто посвятился чему преданному служению. Ваши Кашиняны, где на камне обретаемому влиянию Кришна научила Бхакти Гуттама. Тот, кто занимается трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне, должен делать это с любовью и быть полностью свободным от стремления к материальности или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называют чистым. Конец книги. Комментарии. Кришна садми оглянул лоцвебши Шримати Кунтидеви гамухатавс, ра тавис тавани цемас, аки чана гочарас уцодебс мас. Тавсарти а уарпопс уарпопас агнишнос, холо ки чанас. Нишнолоба арапери, ам материалури самварос кутвнили. Пиронеба шейдзлеба дидат амаყოფдес тависи гаморчаули мдгомареобит, сазугадоებაში, материалури ქონებით, მშვენიერებით, განათლებით და სხვა. Მაგრამ თუმცა ყოველივე ეს დიდ როლს თამაშობს საქვეყნო საქმიანობებში, ისინი სრულიადაც არაა საჭირო ღმერთების უზენესი პიროვნებასთან მეგობრობის მისაღწევად. ის, ვინც ყველა მატერიალურ ღირსებას ფლობს, ერთგული უნდა გახდეს, რათა სწორად წარიმართოს ამ ღირსებათა გამოყენება. მაღალი წარმომავლობით, სიმდიდრით, განათლებითა და სილამაზით გაამაყებულნი ჯანმაი შვარია შუტაშრი საუბედუროდ არ ზრუნავენ საკუთარ თავში კრიშნას ცნობიერების განვითარებაზე, ამიტომ არც ღმრთების უზენაესი პიროვნება აძლევს დიდ მნიშვნელობას მათ ამ მიწიერ ღირსებებს. უზენაესი უფალი მხოლოდ ერთგული მსახურებით მიიღწევა, ფაქტია მამ აფიჯანატი. ერთადერთი რაც ადამიანს მოეთხოვება არის ერთგულება და ღმრთების უზენაესი პიროვნების მსახურების გურწფელი სურვილი. რუპა გოსვამიც ამას ამბობს, ღმერთის წყალობით საფათური არის უბრალოდ მისი მოპოვების გულწრფელი წადილი, ლაულიამ ეკამ მულიამ. ჩაიტანია ბაგავატამში ნათქვამია: ერთ შეხედვით, რა წარმოუდგენელი ბედი ერგო ქოლავეჩარს. უფალი ბრაჰმა და უფალი შივა ცრემლად იღურებოდნენ ამ ერთგულის სიდიადის დანახვაზე. შეუძლებელია უფალი კრიშნას მიღწევა, რამდენი სიმდიდრე მიმდევარი ან ცოდნაც უნდა გაგაჩნდეს. შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბუს მხოლოდ წმინდა ერთგულებით თუ დაიმორჩილე. უფალ შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბუს ერთი მეტად გურწფელი ერთგული ჰყავდა, ქოლავეჩა შრითარა, რომლის ერთადერთი საქმიანობაც ბანანის ხის ქერქისგან გაკეთებული ფიალების გაყიდვა იყო. მთელი შემოსავლის ნახევარს იგი დედა განგას თაყვანის თემას ახმარდა, ხოლო დანარჩენს საკუთარი საჭიროებებისთვის ხარჯავდა. თუმცა იგი იმდენად ღარიბი იყო, რომ ცხოვრობდა ერთ ჭერდახვრეტილ გძველ ქოხში. წყალს რკინის სურიდან სვამდა, რადგან თითბერის კარგი ჭურჭლის ყიდვის საშუალება არ ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, იგი უფალი შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბუს დიადი ერთგული გახდა. აქედან დასკვნა: მატერიალური სიმდიდრის გზით ვერავინ ჰპოვებს უფალი კრიშნას ან შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბუს ლოტოსის სტარტერ და ჩრდილში თავშესაფარს. ეს მხოლოდ წმინდა ერთგული მსახურებით დაკავებულ თაყვედრია. ადამიანი უფლის ტრანსცენდენტური ერთგული მსახურებით უნდა იყოს ნიადაგ დაკავებული, ამას ის უნდა აკეთებდეს დიდი სიყვარულით და იყოს სრულიად თავისუფალი ანგარებითი საქმიანობებისა თუ ფილოსოფიური კვლევების ასპარეზზე წარმატების მიღწევის სურვილისგან ან ყოველგვარი მატერიალური სარგებლის მოპოვებისგან სწრაფვისგან.
აი ეს არის წმინდა ერთგული მსახურება. კომენტარების დასასრულს. Еще раз их. Невозможно стать другом Верховного Господа Рамачандры просто благодаря своим мирским достоинствам, таким как знатное происхождение, красивая внешность, красноречие, проницательный или принадлежность к высокоразвитой расе. Ни одно из этих достоинств не привлекает Господа. А иначе как объяснить, что Шри Рамачандра призвал своими друзьями нас, простых лесных жителей, которые не отличаются ни красотой, ни знатным происхождением, ни умением изящно говорить. Კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ლექსი. მატერიალური ღირსებები, მაღალი წარმომავლობა იქნება ეს მშვენიერება, მჭერმეტყველება, გონება, მახვილობა თუ მაღალგანვითარებული ერის წარმომადგენელი, ვერ დაეხმარება კაცს გახდეს უზენაესი უფლის, რამაჩანდრას მეგობარი. ამათგან არც ერთი ღირსება არ იზიდავს უზენაეს, თორემ როგორ აიხსნებოდა ის, რომ უფალმა რამაჩანდრამ მეგობრებად მიგვიყო ჩვენ. ეს უბრალო ბინადარნი, რომლებიც არც კეთილ შობილებით გამოირჩევით და არც მშვენიერებით, არც დახვეწილი საუბრით და არც მაღალი წარმომავლობით. Александр Евгеньевич, спасибо вам большое за возможность послужить здесь, в этом прекрасном месте, прекрасной стране, с таким видом, прямо из-за того, Hare Krishna, ძვირფას ერთგულებო დიდ მადლობას გიხდით, გამოსახველებას მაძლევთ, გვიმსახურო. Конечно же, мы не можем не выразить благодарность которому Господь дал служение планету Земля. Поэтому я называю Прабхупада Дэш. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია არ გამოვხატოთ მადლიერება უფლისადმი და აფაი ჩარანარა მინდა ფაქტებიდან და სომი შრილა პრაბუპადასადმი, რომელმაც მოგვიტანა ის ცოდნა და უფალმა მოგცა მისი საშუალები და სხვა. ხოჩა ძალიან ცუდად ისმის ხმა. ანუ შეიძლება დინამიკს არ გქონს როგორც სხმაურს და ძალიან ცუდად მოდის ხმა. ვერ ვარშავს სიტყვებს. Ну, ხოც ვერ მივიტყვი რა, აკეთი ჩავშობა თუ შენი ხმა არის ის. აქ საჭაპრაფურო კითხულობდა ლექციას, მაშინ ნორმალურად ისმოდა. ეხა მგონი დინამიკი ხმა მაღლა და ანუ და გამოურთოთ ის რომ ხმაურად არ აღიქოს და არ აღიქოს ან და რა ვიცი ცოტა ჩაუძიოთ მას ან რაღაც მიკროფონის გარეშე ცოტოთ.
Не слышно, просто звук хорошо, просто очень плохо воспринимает Zoom. Не могу отличить слова. А так очень слышно. Вроде это потому, что ну, как-то динамики, да, там это воспринимается как шум, зум так воспринимает и глушит голос. И кому динамики? А я поехал в саду тоже. Давайте переведи, пожалуйста. А так слышно меня нормально? Да, вроде получше. А с микрофоном? Хорошо, попробуем. Микрофон без. Это микрофон и ту микрофон из гараже. Нахер, микрофон и тарисму додал. Садут. Рауч. Ახლა არ ვიცი, ახლა რომ მიტანენ გავიგებთ თუ ვერ. Вот микрофон подкопируем. Итак, господи, сразу звать платформу. Ара, микрофоны тарис, мы смотрим микрофоны с гараже усадут. А, их шоба хма. Сенсор Свадь Такур проповедовал в России и открыл 64 храма. Фактически, данный Сарасвати Такура, когда гибда, да, как сна, сам устал от Хитадзар. Поэтому мы даже не можем представить, какие полномочия получил Шрила Прабхупада. А мы там Чанвардский Цармовит Гантрогорий уплебам услебам его Шрила Прабхупада. Потому что его или полем для проповеди за планету Земля. Кача, да, интернет, ма. Завис просто в интернет. Не понял. И в этом стихе жизнь ваши прославляет ту форму Господа, которая не понимается. Да, ам лекс-ши кандидатабулия уплис эс форма.
Рати слышно? Да, слышно. Давайте попробуем. Итак, когда наука преданности вышла за пределы Барата Варши. Родился царь Кулебис, ведь с ней рыба Барата Варша со сгробь сказка. То нужно понимать, что личность, которая может научить науке предания себя Богу, обладает особыми полномочиями. Да, посмотрим, что ром иронеба ромелиц ромесат шеузлия ром мертис мецнире багуаставлус канса утрабулу пдеба мосилебас плопс. Потому что Шриле Прабхупаде пришлось соприкоснуться с людьми, у которых нет никакой квалификации. Радган Шриле Прабхупада смоуция исет адамьянебтан шехеба ромелтац аранайри квалификация аркондат. И мы понимаем, в соответствии с тем, что сказано в этом стихе, что это невозможно без особой милости Господа. Да, чонес квесмис ам лексис шесабамисат, рац ам лексис янаткуам, иром эс шеузлебелия мохтес оплис гансакутребули цгалобис гареш. Поэтому сейчас такое время, что Господь Чайтанья и Нитянанда, они простили все грехи, всю неквалификацию всех людей. Амитома цахла исэти друа, рум упалма Чайтаньям да упалма Нитянандам, овели адамьянис содва да ара квалифицирება укве апатия. И нужно постараться воспользоваться этой возможностью, когда есть такая милость. Да, он да, шевеца тут, ром гамуги, а ну ты сашвали породисац, куапсас эти цгалуба. Подобно тому, как ванары или обезьяны, которых принял из своего милосердия Господь Рамачандра, мы по милости Шрилы Прабхупады тоже можем служить Радхе и Кришне. И маймуна бисмискауса тромелмац упал Рамачандра, ромлебис упал Рамачандра, ми его тависи диди цгалубит, чуэн Шрила Прабхупадас цгалубит чагузливым сахурут ратас да Кришнис. Но для того, чтобы служить Господу Кришне, нужно изменить свое сознание, трансформировать его. Маграми мисату шраму пал Кришна своим сахурот, чо не сно береба он дешеу цвалот, миси трансформация он дамо вахнемут. Потому что по привычке мы думаем, что для того, чтобы как-то удовлетворить какую-то личность, нам нужно иметь очень много материальной квалификации. Радган чон эсэти човис каму пикропт ром имисатус ром эсэти рамельме пиронеба давакмаqopilot деди материалур квалификация онда гвондес. Особенно если мы хотим получить какую-то благосклонность или что-то от другой какой-то великой личности, мы ведем себя по-особенному. Сакутреби трудицац райме ромельме диади пиронебис гателганцобис мопоеба гсурс чвен гасакутребулат мицевит холме. Но в духовной жизни происходит все, можно сказать, совсем наоборот. Маграм сулият схоребаши шейзлеба итквас ром олапери срулият сапириспирот хтеба. Если преданный, служа духовному учителю, может выработать хоть некоторое смирение и не отождествлять себя со своими материальными достояниями, он может удовлетворить Кришну. Верткули тавис сулиер моцварис мсахуреба шесул одна тамдаблобис гамомушавебас майнц шезлебс машинис шезлебс кришнас такмоqopilebas. Как мы знаем, что обезьяны они построили мост на Ланку. Понимаете, ром маймунебма хиди гаакетес Ланкас. Я уверен, что ни одна из них не заканчивала строительный архитектурный институт. Тацмна боливар ром арцерт маткан сарда умтаврабия архитектурули самшенебло институт. И не изучали мостостроение. Таршо усаулият хидабис мшенеблуба. Но при этом мост длиной там 1000 или сколько-то там километров,
был построен прямо по воде. მაგრამ ამის მიუხედავად ათასობით კილომეტრის სიგრძის ხიდი პირდაპირ წყალზე იყო აგებული. И как это стало возможным? По милости Господа Рамачандры. ეს როგორ გახდა შესაძლებელი? უფალი რამაჩანდრას წყალობით. Точно так же мы, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Прабхупады и наших духовных учителей, можем не то что мост построить на какой-то остров, мы можем построить свой путь на Голоку Вриндавана. ჩვენც ასევე უფალი ჩაიტანიას და შრილა პრაბუპადას და ჩვენი სულიერი მოძღვრების წყალობით არა მხოლოდ ხიდის აგება შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია ხიდი ავაგოთ პირდაპირ გოლოკა ვრინდავანამდე. Для этого всего лишь нужно быть искренним и честным в духовной жизни. ამისათვის მხოლოდ ის არის საჭირო, რომ გორცფელები ვიყოთ სულიერ ცხოვრებაში. Нужно не гордиться своей квалификацией, არ უნდა ვიამაყოთ ჩვენი კვალიფიკაციით. а наоборот, думать о том, что я обладаю ею по милости Гуру и Кришны. არამედ პირიქით უნდა ვფიქროთ, რომ ჩვენ მას ფლობთ გურუსა და კრიშნას წყალობით. И поэтому единственное, что я должен со всем этим делать, это занять это так или иначе в служении Кришне и его преданным. ამიტომაც ერთადერთი, რაც ამ ყველაფერს უნდა მოუხერხო, ეს უნდა დავაკავო კრიშნასა და მისი ერთგულების მსახურებაში. То есть мы не отрекаемся от того опыта, который у нас есть, подобно имперсоналистам. ანუ ჩვენ არ ვამბობთ უარს იმ გამოცდილებაზე, რაც გვაქვს იმპერსონალების მსგავსად. Также мы не присваиваем все, что у нас есть на минуточку временно, себе подобно карме. ისევე ჩვენ არ ვისაკუთრებთ ყველაფერს, რაც გვაქვს დროებით კარმების მსგავსად. Нет, все, что у нас есть, мы считаем, что по милости Гуру и Кришны и благодаря знанию о преданности мы можем предложить это, занять это в служении. არა, ჩვენ ყველაფერს გურუსა და კრიშნას წყალობით და იმ სოდნის წყალობით, რომ როგორ თუ როგორ ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ერთგულებაში დავაკავოთ. Иначе, как здесь говорит Сугрива, а этот стих произносит Сугрива, до этого говорил Хануман, ни одно из этих достоинств не привлекает Господа. და ამ ლექსში როგორც სუგრივა საუბრობს, აქ ამდენ ჰანუმანი საუბრობდა, სუგრივა ამბობს, რომ არც ერთი ეს ღირსება არ იზიდავს უფალს. Почему? Потому что Господь не наслаждается материей. იმიტომ რომ უფალი არ ტკბება მატერიით. Его бытие полностью проходит в духовной реальности, в духовной энергии. მისი ყოფიერება სრულიად სულიერ რეალობაზე და სულიერ ენერგიაზე დგას. И поэтому для того, чтобы мы могли по-настоящему служить Господу, наше сознание, наше сердце тоже должно одухотвориться. და ამიტომაც იმის გამო, რომ ჩვენ შევძლოთ ნამდვილად ვემსახუროთ უფალს, ჩვენი ცნობიერება და ჩვენი გული სრულიად უნდა გასულიერდეს. И вот этот процесс одухотворения сознания или ученичества, как мы называем, мы же должны пройти сами. Никто за нас его не пройдет. ამ ცნობიერების გაწმენდის პროცესი, ეს ცნობიერების გაწმენდის პროცესი, ან ეს მოსწავლეობად ყოფნის, მოსწავლეთ ყოფნის პროცესი, ჩვენით უნდა გავიაროთ, ჩვენს მაგივრად ვერავინ გაივლის ამის. Все остальные, сам Господь, Шримати Радхарани, вся Гуру Парампара, Шрила Прабхупада, наши духовные учителя, они будут нам в этом помогать. ყველა დანარჩენი უფალი შრიმატი რატარანი შრილა პრაბუპადა და ჩვენი სულიერი მოძღვრები ამაში დაგვეხმარებიან. И одним из важных шагов на пути преданного, который возвращается домой, как раз является то, что у нас должно выработаться правильное отношение к материальной энергии и ее составляющим. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც საერთოდ უნდა გამოუმუშავდეს, ჩვენ სწორი დამოკიდებულება უნდა შეგვექმნას მატერიალურ ენერგიასთან მიმართებაში. И если просто сказать, то это означает, что ничего из того, что у нас есть снаружи и внутри, как некие качества,
Мы не считаем это своим. Да, мартивад რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი რაც ჩვენ გვაქვს გარეგნულად და ასევე შეგნით რაიმე თვისებები, ჩვენ ამ ყველაფერს არ ვთვლით, არ ვისაკუთრებთ არ ვთვლით, რომ ეს ჩვენი. Потому что если мы считаем что-то своим, это означает, что мы воспринимаем это через призму ложного эго. რადგან თუ ჩვენ რაიმე ჩვენად ვისაკუთრებთ და ჩვენად ვთვლით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ჩვენი ცრუ ეგოს პრიზმიდან აღვფამთ. А ложное эго – это как раз то, что отделяет нас от Кришны. Сруэго ки зустат из кахлов трац Кришна скан гвацалкевыпс. Поэтому даже наши достояния или плоды в преданном служении мы не присваиваем их себе. Амитом мас эртгул самсахуши чуэн райме тюсебэбс, гвирсебэбс, анна опэбс, ам колопэрсацки ару исакутрэбти. Более того, даже качества, которые проявляются в нас в то время, когда мы выполняем какое-то служение или общаемся с преданными, мы тоже не должны считать их своими. Амазе метиц истусебеби, რომლებიც ჩვენ გვიჩნდება ერთგულ სამსახურში ან ერთგულებთან ურთიერთობაში, ამ თვისებებსაც კი არ ვთვლით ჩვენ საკუთრად. И это не такая простая вещь для осознания. ეს არ არის ძალიან მარტივი რამ. Потому что душа по своей природе не может быть абсолютно самостоятельной. Радган сули тависи бунабит вер икнеба абсолютно самоукидебели. Поэтому нам как крошечным частицам Господа нам очень трудно отказаться от чего-то, если непонятно, что мы приобретём. Амитом мы ჩვენ როგორც პატარა ნაწილაკებს უფლისა ძალიან რთულია რამეზე вот говорит, вы вер вхтебит раз ми выгет. Мы не можем отказаться от прибежища в материи, если не обретём прибежище в духе. Он вершёт лепт вари вот тавше сафарзе материяши ту ар моиповет сулиеребаши тавше сафарс. Поэтому так трудно, преданному, и все об этом знают, отрекаться от чего бы то ни было. Амитом ацталиан რთულია და ყველა მეც ამის შესახებ რთულია ერთგულისთვის რომ რაიმეზე თქვას უარი. Просто потому что нам страшно. Холод იმიტომ რომ ჩვენ გვეშინი. И для того, чтобы у нас появилась хотя бы возможность правильно отречься. Да იმისათვის რომ უბრალოდ საშუალება მაინც მოგვეცეს რომ სწორად ვთქვათ უარი რაიმეზე. Нам нужно видеть преданного, хотя бы одного, который так живёт. Да, хедаудет ert guls mains, რომელიც ასე ცხოვრობს. Иначе нам будет невозможно научиться, иначе наше знание оно будет только теоретическим. В своём შემთხვევაში ჩვენ ვერაფერს ვერ ვისწავლით და ჩვენი ცოდნა მხოლოდ თეორიული იქნება. И нам придётся неизбежно стать обманщиками или лицемерами. ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს გარდაუვალი იქნება ეს ჩვენთვის, რომ გავხდეთ მატყუარები და თვალთმაგისები. Потому что внешне мы будем вести себя как преданные, а у преданных очень высокий стандарт жизни и поведения. Радგან გარეგნულად ჩვენ ერთგულებივით მოიქცევთ და ერთგულებს ძალიან მაღალი სტანდარტი აქვთ ცხოვრების და ქცევების. А внутри мы будем привязаны ко всему, к чему только можно и к тому, чему нельзя. შინაგანად კი ყველაფერზე მიჭარბული ვიქნებით, რაზეც შეიძლება და არ შეიძლება. Как Матхурья Кадамбини, Вишванат Чакраварти Такур описывает, что даже есть анартхи, которые приобретают преданные, когда служат Господу. Матхурья Кадамбини ши ахцерс Вишванат Чакраварти Такура, ром исети анартебиц ки арис, родесац эрткули машин мой боэпс хонме, родесац упасем сахуреба. То есть мы по милости гуру, старших преданных, Шрилы Прабхупады выполняем какое-то служение, и при этом гордимся этим. Ану ჩვენ უпроси ერთგულების გურუს წყალობით ჩვენ რაიმე მსახურებას ვასრულებთ და თან ამით მომაყობთ. И чем дольше так протекает время, мы становимся старшими преданными, и поэтому неизбежно у нас появляется вот это желание славы, желание выделиться, желание почёта. Амитом отсрочится другадис ჩვენ უпроси ერთგულები ხდებით და ეს აუცილებლად გავგვიჩნდება ხოლმე ეს დიდების სურვილი, პატივისცემის სურვილი.
Почему так происходит? Потому что мое служение выполнялось в унах материальной природы. Либо из-за оскорблений оно туда спустилось. Поэтому ни один искатель истины без предания лотосным стопам духовного учителя не может соприкоснуться с духовной реальностью. Амито мас верцерти ჭეშმარიტების მაძიებელი სულიერი მოძურის დარფების თავისაფრის მიღების და მისი წყალობის გარეშე ვერ შეეხება სულიერ რეალობას. То есть путь возвращения домой к лотосным стопам Господа протекает через приобретение проявление внутри нас определенной зависимости и смирения. Ану упалтан дабуნების გზა ზუსტად დადის ჩვენ თუ იმაზე თუ როგორი დამოკიდებულება გვექნება სულიერ მოძღვართან, მასზე უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და თავდაბლები უნდა ვიყოთ. И чем больше эти качества проявлены в ученике, тем ближе он к Кришне. რაც უფრო მეტად და ეს უსებები მოსწავლეში გამოვლენილი, მით უფრო ახლოსა ის კრიშნასთან. Поэтому, ну, зрелый преданный, он не гордится вообще ничем. Амитом ат серьёзული ერთგული არაფრით არ ამაყობს. Потому что он себя ни с чем не отождествляет, у него нет ложного я. Радგან ის საკუთარ თავს არაფერთან არ აიგივებს, მას არ აქვს ცრუმე. А с кем он себя отождествляет? Он себя отождествляет со слугой, гуру и дальше всех, и в конце там стоит божественная чита. Да, вистан айгиобс, ис айгиобс тавс сахуртан, гурустан да асе шемдек. То есть правильное понимание таково, что в духовной реальности никто, никогда, даже Кришна не остается один. Sorry, gaga, gazreba, zustat imashim dgomareobs, rom sulier realobashi aravin, Krishnats ki ar archeba marto. И поэтому я иду туда, в эту духовную реальность, вместе с другими преданными. Амитомац ме миудиварам сулиер реалобаши сва ерткулебтан ертат. Я общаюсь с этими преданными, служа с этими преданными. Постепенно происходит вот это разворачивание сознания от того, когда оно сосредоточено всегда полностью на себе, на других. Зустат ерткулебтан уртиертогвит да ерткулебзе эмсахурепазе კონცენტრირებით ჩვენი ცნობიერება ზუსტად იცვლება და იმის მაგივრად რომ ის საკუთარ თავზე ჩვენზე იყოს კონცენტრირებული ის სხვებზე კონცენტრირდება. То есть для того, чтобы помогать другим, нужно уже какое-то смирение. Ну имисათვის რომ სხვებს დავეხმაროთ, უკვე აქაც კი გარკვეული თავმდაბლობა საჭირო. И если преданный дальше развивается, то у него появляется вот это ощущение важности и ценности духовной жизни, потому что она для него живая, ценная. Родится церквуле კიდევ ვითარდება, მას წარმოიქმნება ეს მნიშვნელოვნება სულიერი ცხოვრების, რადგან ეს მისთვის ძალიან ფასეულია. И тогда преданные начинают проповедовать ещё другим людям. Да, შემდეგ ერთგული კიდევ იწყებს ქადაგებას სხვა ადამიანებისთვის. Потому что если у меня есть что-то, что делает меня счастливым, наполняет меня, ну, по-настоящему. Радგან თუ მე მაქვს რაც ისეთი რამ, რაც ბედნიერს ხდის და მაუსებს მე ნამდვილად. Если это счастье, оно чистое, оно пришло из духовной реальности, оно так действует, что я не могу оставить это только себе. Თუ ეს ბედნიერება ნამდვილია და სულიერი რეალობიდან მოვიდა, ის ისე მოქმედებს, რომ ვერ ვიტოვებ მხოლოდ მე ამ ყველაფერს. И поэтому оно само будет толкать меня к другим, чтобы поделиться ещё с кем-то. Амитоматис თვითონ მიბიძგებს იმისკენ, რომ ეს ყველაფერი სხვებს გაუზიარო. Это, ну, представьте, вот вы полностью сыты, и у вас остался ещё огромный торт. Წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ სრულიად მაძღარები ხართ და მაინც დაგრჩათ უზარმაზარი торт. Вот, например, после воскресной программы все поели, уже все уже просто встать не могут.
მეტად საკვირაო პროგრამის შემდეგ, როდესაც სკოლა შეჭამს და უკვე ადგომაც აღარ შეუძლიათ. И тут забегают еще какие-то гости, которые опоздали, попали в пробку. И вы понимаете, они же голодные. Да შემდეგ შემოდიან სხვა სტუმრები, რომლებმაც დააგვიანეს, რადგან საცობში მოხვდნენ და თქვენ გესმით, რომ ისინი ბომშიურები არიან. И если вы наполнены этим блаженством Кришна Прасада, А тут თქვენ სავსე ხართ კრიშნა პრასადის ნეტარებით. Вы с радостью поделитесь вот этим тортом, даже если это самое любимое ваше блюдо, торт Наполеон. Вы поделитесь с теми, кто ничего не вкусил, кто был лишен этого нектара. თქვენ ყველას გაუზიარებთ დიდი სიხარულით, თუნდაც ეს თქვენი საყვარელი საჭმელი იყოს, თქვენი საყვარელი ტორტი ნაპოლეონი მაგალითად, თქვენ გაუზიარებთ ამ ყველაფერს, ვისაც ეს არ დაუგემოვნებია. И происходит очень интересная вещь, что даже если очень счастлив после вкушения просада, когда я делюсь просадом в данном случае или чем-то еще духовным, мое счастье увеличивается. ძალიან საინტერესო რაღაც ხდება, მაშინაც კი თუ უკვე ბედნიერი ვარ და შემდეგ ვაზიარებ ამ პრასადს ან რაიმე სულიერ რაღაცას, ჩემი ბედნიერება კიდევ უფრო იზრდება. То есть внешне я как будто бы чего-то лишаюсь, я же что-то отдаю. ანუ გარემოს თითქოს რაიმეს კარგავ, მე ხომ რაღაცას ვაძლევ სხვას. А внутренне становлюсь все более целостным и более богатым. მაგრამ შინაგანად მე სულ უფრო მდიდარი ხდები და სულ უფრო მთლიანი. То же самое с жизнью. У меня есть какие-то возможности, у меня есть какие-то богатства, у меня есть какие-то, так сказать, энергии. ასევე ცხოვრებაშიც მე მაქვს რაიმე საშუალებები, მაქვს რაიმე ქონება და მაქვს რაიმე ენერგიები. И если я возьму это и предложу это Кришне через цепь ученической преемственности, я стану более богатым. მე თუ აღვიღებ ამ ყველაფერს და შევთავაზებ ამას კრიშნას მოწაფეობრივი თანმიმდევრობის ჩაჭვის მეშვეობით, მე კიდევ უფრო მდიდარი გავხდები. И даже если человек верит в Бога, но его вера, она покрыта материей, он никогда этого не поймет, потому что это нелогично. და მაშინაც კი თუ ადამიანს წამს ღმერთი, მაგრამ ეს მისი რწმენა მატერიითაა დაფარული, ვერანაირად ვერ გაიგებს, ვერასდროს ვერ გაიგებს ის ამას, რადგან ეს არალოგიკურია. Как можно приобретать что-то, отдавая? როგორ უნდა მოიპოვო რაღაც, როდესაც აძლევ გასცე? И вот для того, чтобы произошла эта трансформация внутри нашего сознания, нам обязательно нужен живой пример преданного, кто вот так живет и кто сможет меня научить. და იმისათვის, რომ ეს ტრანსფორმაცია მოხდეს, ეს ჩვენი ცნობიერების ეს ტრანსფორმაცია, მე მჭირდება ცოცხალი მაგალითი მერტგულისა, რომელიც ასე ცხოვრობს და რომელსაც შეუძლია ის მასწავლოს. Потому что это не какой-то внешний навык, это сознание, которое проявляется каждый день в каких-то мелочах, в жизненных ситуациях. რადგან ეს არ არის რაიმე გარეგნული უნარი, ეს არის ცნობიერება, რომელიც ვლინდება ყოველ დღე, თუნდაც პატარა დეტალებში. То есть мне нужно увидеть примеры того, как ведет себя настоящий слуга Бога много-много раз, чтобы моя вера, она созрела до подобного предания или образа жизни. ანუ მე მჭირდება მაგალითი ერთგულისა, რომელიც ასე იქცევა და ბევრჯერ და ბევრჯერ უნდა ხედავდი ასეთ მაგალითს, რადგან ჩემი რწმენას, ჩემი ცნობიერებაც მისას დაემსგავსოს. Как здесь Шрила Прабхупада приводит пример царицы Кунти, он говорит, что одно из имен Господа Акинчана Гочана. Шрила Прабхупадას დედოფალი კუნტის მაგალითი მოჰყავს და ის ამბობს, რომ უფლის ერთ-ერთი სახელი არის აკინჩანა გოჩარა. И слово кинчана означает что-то. Ситуа кинчана нишнос раймис. А акинчана означает вообще ничего. Акинчана кин нишнос срулия дарапс. То есть это имя Господа, которое означает Бог тех, у кого ничего нет. Тайс сахали нишнос, зустат уплис эс сахали нишнос, ром мати упали, висат саерту сараферия акц. Но не может быть такого, чтобы у нас ничего не было. Тут имеется в виду другое, что такой человек, такой преданный, он ничего из того, что имеет, не считает своим. При этом у него может быть очень много всего.
მაგრამ შეუძლებელია, რომ ჩვენ არაფერი არ გვქონდეს. აქ იგულისხმება ის, რომ ასეთ ერთგულს, რაც აქვს, არ თვლის ის, არ ისაკუთრებს ამ ყველაფერს და არ თვლის, რომ ეს ჩემია, თორემ მას შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც ჰქონდეს. Как, например, у Господа Читания здесь приводится пример. Один из его спутников был Халавеша Шридхар, беднейший из бедняков, и в то же самое время царь Партапарудра, богатый из богачей. Магита так моყვანილია მაგალითი, რომ გალავეჩა შრიდჰარა უღარიბესი ადამიანი იყო და ასევე მოყვანილია მეფის მაგალითი, რომელიც ძალიან მდიდარი იყო. И когда Господь Читания испытывал Калавеша Шридхара, он его все время провоцировал на материю. როდესაც გალავეჩა შრიდჰარას წინა უფალი ჩაიტანი ყოველთვის მატერიაზე ახდენდა მის პროვოცირებას. Он ему говорил, вот ты, Шишья Гуринта, Кидзя, Шрекса, Прадхапа, Кидзя. Он ему говорил, вот ты, преданный Господа Вишну и Ганги, и ты самый бедный, посмотри, а все твои соседи, они преданные дурги, они все богатые. ისე უბნებოდა, ნახე, შენ უფალ ვიშნუს სათაყვანები, მაგრამ ყველაზე ღარიბი ხარ. შენი მეზობლები კი დურგას სათაყვანებიან და ყველაზე მდიდრები არიან. Зачем ты поклоняешься Вишну? Поклоняйся Дурге. რატომ ეთაყვანები ვიშნუს, ეთაყვანე დურგას? И Калавеша Шридхар, он считал это оскорблением, что его пытаются как это поменять его веру. Калавеча Шридхара შეურაცხყოფად აღიქვამდა, რომ ცდილობდნენ მის რწმენის შეცვლას. И потом во время Махапракаша Лилы, когда Калавеша Шридхара без сознания принесли на даршан Господу Читани, Господь Читани говорил ему, давай я подарю тебе мистические совершенства, какие хочешь богатства, все что угодно, и он отказывался. შემდეგ, როდესაც მაჰაპრაკაშა ლილას დროს გალავეჩა შრიდჰარა ცნობიერება დაკარგული მიიყვანეს უფალ ჩაიტანიასთან, უფალ ჩაიტანია შესთავაზა, ყველაფერს მოგცემ შენ, ყველანაირ სიმდიდრეს, და გალავეჩა შრიდჰარა ყველაფერზე უარს ამბობდა. И когда Господь Читания говорил, ну я хочу тебе хоть что-то дать, ну пожалуйста, позволь мне что-то тебе дать. Да что ты купал чай, да не буду, да мне райми майнс, чем минда ром мокц, кто упреба момеци, рагац майнс ром мокц. И что ответил беднейший Калавеча Шридхар? Рау пасуха угари без Калавеча Шридхара. Он сказал, я хочу только одного, чтобы жизнь за жизнью, ты также приходил ко мне и все время меня выманивал вот эти вот банановые листья, эти стволы и спорил со мной. Там ману утхра, ром минда цхоробидан цхоробаши шен овадре модиоде чемтан да ам бананис потлебс овадис стилобде ром гэқида ис агеқо чен кан ис бананис потлеби да овадис каматобде чемт. То есть тот, кто достиг реального глубокого духовного опыта, он всегда выбирает отношения с Богом, а не энергии Бога. Винс асером ყოველთვის, ვინც უფლის, ვინც ხრმა გამოცდილი, ვისაც ხრმა გამოცდილება აქვს მიღებული, ის ყოველთვის უფალთან ურთიერთობას ირჩევს და არა უფლის ენერგიებს. И Махараджа Пратапарудра точно так же вел себя. Да Махараджа Пратапарудра мат сустат асе моикца. Когда он по милости Сарабам Батачари и других преданных понял, что Господь Чайтанья – это сам Верховный Господь. Он захотел получить даршан Господа. И Господь Чайтанья ему наотрез отказал. Он сказал, это невозможно, я саньяси, я не общаюсь с политиками, богачами, царями. Манухаеша узлебелия ме саньяси вар ме ар саубреби политикосепс ам дидребс ам мефеебс. И что тогда решил Партапарудра? Рагадацквит ам машин Партапарудра. Он сказал, все, я тогда брею голову, отрекаюсь от царства, одеваю одежды нищего, я просто выхожу тогда. Мне не нужно ни это царство, ни эта власть. მან თქვა, კარგი, მე მაშინ გადავიპარსავ თავს, ყველაფერზე უარს ვიტყვი და წავალ ამ სამეფოდან. მე არ მჭირდება არც სამეფო და არც ძალა უფლება. Он хотел вообще покончить с собой, расстаться с жизнью. მას საერთოდ თავის მოკლაც უნდოდა. Потому что он видел, что все в Джиганатхапуре, все жители Джиганатхапуре получили милость Господа Читания, а у него ее нет, у него нет доступа.
რადგან ისე ხავ იხედავდა რომ ჯაგანათა პურის ყველა მცხოვრებმა უფალი ჩაიტანია წყალობა მიიღო, მას კი ეს არ გამოუვიდა, მას არ ჰქონდა ამაზე წვდომა. И тогда все преданные, близкие спутники Господа Читания делали все возможное и невозможное для того, чтобы Пратапарудра, царь, получил милость Господа Читания. მაშინ უფალი ჩაიტანიას ყველა ერთგული ყველა შესაძლებელ და შეუძლებელ რამებს აკეთებდა იმისათვის რომ მეფე პრატაპარუდრას საშუალება ჰქონოდა უფლისწყალობის მიღებისა. Поэтому обрести милость Господа может только тот, кто хочет именно отношений с Кришной, кто не будет хвастаться, кичиться своими какими-то возможностями. ამიტომ უფლისწყალობის მიღება მხოლოდ მას შეუძლია ვინც არ ამაყობს თავისი შესაძლებლობებით და ვისაც მხოლოდ უფლისწყალობა უნდა. И мы с вами, дорогие преданные, проходим тот же самый путь. და ჩვენ ძირფასო ერთგულებო იგივე გზას გავდივართ. Мы хоть по рождению не являемся царями, но мы так о себе думаем. И დაბადებით არ ვართ მეფები, მაგრამ საკუთარ თავზე ასე ვფიქრობთ. И мы думаем, что у меня кое-что есть, у меня есть какие-то деньги, у меня есть какие-то возможности, у меня разум есть, знания. Мы ვფიქრობ კარგი, მე რაღაც ფული ხომ მაქვს, მე მაქვს გონება, მაქვს ოდნა რაღაც შესაძლებლობები მაქვს. И поэтому, когда мы вот так вот думаем о себе, что мы такие важные, Господь, который друг тех, кто себя важным не считает, не проявляется для нас. ამიტომ ასე მის გამო, რომ ჩვენ საკუთარ თავზე ასე საკუთარ თავს ასე მნიშვნელოვნად აღვქვამთ, უფალი არ უნდება ჩვენ. И что же нам тогда делать? Машин рога вакетот ჩვენ. Нам нужна милость вот таких вот преданных, которые жили тогда в Джаганатхапуре, то есть милость преданных, которые будут молиться за нас, которые будут помогать нам, которые будут терпеть нас и так далее. ჩვენ გვჭირდება ისეთი ერთგულების წყალობა, რომლებიც ჯაგანათაპურში ცხოვრობდნენ. ჩვენ გვჭირდება ისეთი ერთგულების წყალობა, რომლებიც დაგვეხმარებიან ყველანაირად და ილოსებენ ჩვენს. И когда мы будем готовы скинуть с себя вот эти самоназванные царские одежды, და როდესაც ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ მოვიშოროთ ეს, ასე ვთქვათ, სამეფო ტანსაცმელი. И когда мы выучим хотя бы один стих из Гопи Гиты, როდესაც ერთ ლექს მაინც შევისწავლით გოპი გიტიდან, который Пратапарудра пел, когда делал Господу массаж. როდესაც პრატაპარუდრა ამღეროდა, როდესაც უფალს მასაჟს უკეთებდა. Тогда, подобно тому, как Господь Читания обнял Пратапарудру в великом экстазе, с бесконечной благодарностью, так же Господь и обнимет нас в сердце. Машин Робертс პრატაპარუდრას გადაეღვია უფალი დიდი მადლიერებით და სიხარულით უფალიც ჩვენ გადაგოხოვა ჩვენს გულში. Вот такой наш путь. ასეთია ჩვენი გზა. Вначале мы практикуем, опираясь на нашу какую-то материальную квалификацию, возможности, опыт, разум. თავიდან ჩვენ ვაპრაქტიკებთ გარკვეულ ჩვენ მატერიალურ კვალიფიკაციაზე დაყრდნობით ჩვენი გონების მეშვეობით. В какой-то момент мы начинаем чувствовать, что опираясь только на это, мы не можем сделать следующий шаг, важный, большой шаг. მაგრამ რაღაც მომენტში ჩვენ ვიწყებთ იმის შეგრძნებას, რომ თუ მხოლოდ ამაზე ვიქნებით დაყრდნობილი, ჩვენ ვერ გავაკეთებთ ჩვენს შემდეგ ძალიან დიდ ნაბიჯს. И самый лучший способ проверить то, что наша квалификация духовная, она достаточно скромная. საუკეთესო გზა არის იმის შემოწმება, რომ ჩვენი სულიერი პრაქტიკა არის საკმაოდ თავდაბლური. Это воспевание святого имени Господа. Ეს არის უფლისწმინდა სახელების გალობა. Там всё сразу становится видно. Так машинное полотно натали ხდება. Там мы прямо вот мы, а здесь святое имя, которое не отлично от Господа и Шимати Радхарани. აქ ხდება ნათელი ის რომ ვართ ჩვენ და არის წმინდა სახელი რომელიც არ განსხვავდება უფლისგან და შრიმატი რატარანისგან. И что мы чувствуем, что мы хотим внимательно повторять, и наш ум, он, как говорится, и на ким курушалоку, и везде он улетает. Да, ჩვენ ვცდილობთ ყურადღებით გამეორებას ჩვენი ჭკუა კი დაფრინავს სხვადასხვა ადგილებში. То есть это означает, что Господь, по-настоящему не стал для меня единственной и самой главной реальностью.
ეს ნიშნავს, რომ უფალი ჩემთვის არ გამყდარა ჯერ კიდევ ერთადერთი და ყველაზე მთავარი რეალობა. И тогда у меня появляется некое раскаяние. Машин მე გარკვეული სინანული მიჩნდება. Как Господь Читание учит нас, что кшаштаки дурдайва мидришам и хаджани на анурага. К сожалению, у меня нет привязанности к воспеванию святого имени Господа. როდესაც როგორც უფალი ჩაიტანია გვასწავლის შიქშარშტაკაში, ის ამბობს, რომ სამწუხაროდ მე არანაირი მიდრეკილება არ გამაჩნია უფლის წმინდა სახელების მიმართ. И обратите внимание, дорогие преданные, что эмоция раскаяния уже связывает нас с Кришной. აპორადღება მიაქციეთ უფასო ერთგულე, რომ ამ მონანიების, ეს მონანიების ემოცია უკავშირებს ქრისტესთან. То есть я раскаиваюсь перед Кришной, что вот я сейчас вот такой вот преданный. ანუ ჩვენ კრიშნას წინაშე ნანობთ, რომ აი მე ესეთი ერთგული ვარ. И что дальше происходит? Я начинаю уменьшаться в размерах. Моя вот эта царская корона слетает с головы. ამის შემდეგ კი ზუსტად ის ხდება ამ დროს, რომ ჩვენ ზომებში უპატარავდებით, ჩვენი ეს სამეფო გვირგვინი ფრინდება ჩვენგან. И у меня проявляется пусть маленькое, но настоящее такое смирение. ამ დროს მე მიჩნდება გემო პატარა, მაგრამ ნამდვილი თანდაბლობის. И смирение означает, что Кришна уже очень близко. თანდაბლობა კი ნიშნავს იმას, რომ კრიშნა უკვე ძალიან ახლოა. По крайней мере, в то время, когда мы ощущаем вот это смирение, это означает, что мы стоим перед Кришной, потому что таково естественное ощущение души, когда она стоит перед Богом. Суцота им моментში მაინც, როდესაც ასეთ თანდაბლობას განვიცდით, ჩვენ კრიშნას წინ დგავართ, რადგან ზუსტად ეს არის ასე იქცება სული, როდესაც ღმერთის წინ შედგას. Те же самые чувства мы испытываем, когда стоим перед духовным учителем. Да и кевеше кснебас განვიცდით, როდესაც სულიერი მოძღვრის წინ დგავართ. При этом мы можем практиковать уже десятилетия. Тумца შეიძლება 10 წლებულები ვაპრაქტიკებდეთ. Но когда мы находимся рядом с учителем, мы становимся маленькими и смиренными. Магра молодецат сулиер моцвартан моцрус гвельца утгварт ჩვენ патара патараудებით და თამდაბლები ხდებით. Это естественное качество души. ეს არის სულის ბუნებრივი თვისება. Поэтому Господь Читание говорит, что тот, кто хочет воспевать святое имя всегда, то есть иначе говоря, тот, у кого развились отношения со святыми именами, поэтому он повторяет, ну, в киртаниях Садахари все время. Это означает, что только смиренный человек может, ну, быть, ему может быть интересен Господь всегда. ამიტომ ოფალი ჩაიტანია ამბობს, რომ ასეთი თამდაბალი ადამიანი ყოველთვის იმეორებს წმინდა სახელებს, რადგან მხოლოდ თამდაბალ ადამიანს შეიძლება ინტერესებდეს ოფალი ყოველთვის. Итак, наблюдая за примерами старших преданных и духовного учителя. Асе ро упроси ერთგულების მაგალითებზე და სულიერი მოძღვრის მაგალითებზე დაყრდნობით. Постепенно, шаг за шагом, Кришна становится для нас реальностью, не сразу. Андатанобит набичнабич Кришна реалу бахте индикцева ჩვენთვის, машинве ара. И когда Господь, ну, как становится вот этим реальным господином нашего сердца, то понимая уже и зная буквально, ощущая это, насколько он прекрасен во всем буквально, мы уже не можем оторваться от него и отвлечься на что-то, не имеющее сознания даже. როდესაც უფალი ასე ჩვენ გულის ბატონი ხდება და როდესაც ჩვენ გრძნობთ აღვქამთ მის სილამაზეს, ჩვენ უკვე ვეღარ მივაქცევთ ყურადღებას იმ რაღაცებს, რასაც ცნობიერებაც კი არ აქვს. Еще раз, дорогие преданные, это естественный процесс, такой постепенный. Это вот как ძურფასო ერთგულებო, ეს არის ბუნებრივი პროცესი ასეთი თანმიმდევრული. Это как когда вы влюбились однажды, да, в юношу или в девушку, качество этой личности, ее какая-то вот необъяснимая даже привлекательность, она полностью захватывает наше сознание, и мы вокруг ничего не видим в это время. ესე იგი, როდესაც მაგალითად შეიყვარებთ ბიჭს ან გოგოს და ამ დროს
მისი სილამაზე და მისი თვისებები, სულ მასზე ფიქრობთ, რაც არ უნდა იყოს, სულ მასზე ფიქრობთ და სულ თქვენ ყურადღებას მას ანიჭებთ. Точно так же постепенно, постепенно Кришна становится для нас реально Кришной, потому что Кришна означает все привлекающие, и он просто, просто крадет нас, поэтому его называют Хари. Хари означает тот, кто не только молоко крадет у жителей Вриндавана, тот, кто крадет сердце. ამიტომ ეს თანდათან უბიტ კრიშნა ჩვენ ზუსტად ასე ძალიან გვეზიდავს, რადგან კრიშნა ყოველის მიმზიდველია, მისი სახელია ჰარი, რომელიც ჩვენ გვიტაცებს ყველაფერს, იპარავს. Поэтому таков процесс. И от нас требуется только искреннее желание, честное искреннее желание. ამიტომაც ასეთია პროცესი და ჩვენგან მხოლოდ გულწრფელი სურვილია საჭირო. Здесь Шрила Прабхупада цитирует знаменитый стих Рупы Госвами, где он говорит, что единственная цена за чистую преданность – это горящее желание. Татралавлям апимулям экалам. აქ შეიძლება პრავოპადა რუპა გოსვამის ლექს ციტირებს, სადაც ის ამბობს, რომ ერთადერთი რაც საჭიროა, ეს არის ბორვალე სურვილი. Потому что все остальное, что нужно нам будет для служения, мы получим от самого Кришны. რადგან ყველაფერი რაც მსახურებისთვის, ყველაფერი დანარჩენი რაც მსახურებისთვის, ჭირდება პირადად კრიშნასგან მივიღებთ. И если мы возьмем это себе и скажем, ну я же это заслужил, спасибо, Господь. Да тут ჩვენ ამას ჩვენ მივისაკუთრებთ და ვიტყვით, მე ხომ ეს დავიმსახურე, მადლობა უფალო. Груз, тяжесть вот этого взятого сразу же отдалит нас от Кришны. Ам агебули симзиме машинве дагошорებს კრიშნას. А если мы возьмем это с благодарностью и предложим снова ему, его преданным, და თუ ჩვენ ამას მადლიერებით ავიღებთ და ამას კიდევ მას და მის ერთგულებს შევთავაზებთ. То есть будем соприкасаться с этим уже не как с фогой, а как с просадом. ანუ ამასთან შეხება გვექნება არა როგორც ფოგასთან, არამედ როგორც პრასადთან. То это сделает счастливым и Кришну, и Гуру, и преданных, и нас. მაშინ ეს გააბედნიერებს კრიშნას, გურუსაც, ერთგულებსაც და ჩვენს. Вот таков процесс. აი ესეთია პროცესი. Мы должны его пройти и никогда не останавливаться. ჩვენ ეს უნდა გავიაროთ და არასდროს გავჩერდეთ. Мы всегда должны ориентироваться на более возвышенных преданных, на духовного учителя, на Шрилу Прабхупаду. ჩვენ ყოველთვის უნდა კონცენტრირდეთ უფრო ამაღლებულ ერთგულებზე, შრილა პრაბჰუპადაზე. И тогда мало-помалу, по чуть-чуть, наше сознание будет трансформироваться, не резко, не сразу. და მაშინ ნელ-ნელა ჩვენი ცნობიერება ტრანსფორმაციას დაიწყებს, მაშინვე არა. И в какой-то момент, может быть, мы даже этого не заметим, но другие преданные скажут, о, этот преданный стал смиренным. რაღაც მომენტში ჩვენ შეიძლება ვერ შევამჩნიოთ, მაგრამ სხვა ერთგულები იტყვიან, ნუ ნახეთ, ეს ერთგული თავდაპალი გახდა. А мы помним, каким он сюда пришел. Так и гвахсус როგორი მოვიდა აქ. И почему он смиренный? Потому что он получил милость преданных и милость Господа. რატომ თავდაპალი, რადგან მას ერთგულების და უფლის წყალობა მიიღო. Поэтому ему лично уже в этом мире ничего не нужно. ამიტომაც მას პირადად უკვე ამ სამყაროში არაფერი სურს. Но при этом Господь готов дать ему целый мир для того, чтобы он занял его в служении. მაგრამ ამასთან უფალი მზადა ამას მთელი სამყარო მისცეს იმისათვის, რომ მან მსახურებაში გამოიყენოს ეს ყველაფერი. Как это, например, случилось с Шрилой Прабхупадой? როგორც ეს მაგალითად შრილა პრაბჰუპადას შემთხვევაში მოხდა. Шрила Прабхупада жил очень бедно во Вриндаване. Шрила Прабхупада ძალიან ღარიბულად ცხოვრობდა ვრინდავანში. И сохранились вот эти его книги, где он записывал свои расходы и его то, сколько он тратил в месяц, это просто даже трудно перевести на наши деньги. შენარჩუნებულია ასევე მისი წიგნები, როდესაც ის წერდა რაში ხარჯავდა ამ ხარჯებს და რომ ნახოთ თვეში რამდენს ხარჯავდა, ჩვენს ფულზე ვერც გადმოვიყვანთ მას. И при этом, когда он поехал
в Америку и по всему миру выполнить указания своего духовного учителя, он одновременно с этим был одним из самых богатых людей мира в то время. და ამასთან როდესაც ის ამერიკაში ჩავიდა თავისი სულიერი მოძღვრის მითითების შესასრულებლად, იმ დროს ის ყველაზე მდიდარი ადამიანი იყო. Но как он думал о себе, что он, как он, с чем он себя отождествлял? მაგრამ როგორ ფიქრობდა ის თავის თავზე, რა აიგივებდა თავის თავს? Он считал себя падшим слугой своего духовного учителя. ის საკუთარ თავს თავისი სულიერი მოძღვრის დაცემულ მსახურად თვლიდა. А всех преданных, всех своих учеников, последователей, он считал, что это его гуру Махарадж послал их специально. Холо, мис мимдеврებსა და მოსწავლეებზე, სპაერტგულებზე ის თვლიდა, რომ ისინი гуру Махараджმა გამოგზავნა მას სპეციალურად. Поэтому только такая личность, ну, по большому счёту, может распоряжаться материальной энергией в безграничных масштабах. ამიტომ მას მხოლოდ ასეთ პიროვნებას შეუძლია მატერიალური ენერგიის სწორად გამოყენება უსაზღვრო მასშტაბებში. Потому что она не считает всё это своим. Её это соприкосновение с различными материальными возможностями не огрубляет её сознание. რადგან ის არწმის ამ ყოლაფერს, ანუ არის საკუთრებს ამ ყოლაფერს და ამიტომაც მასთან შეხება ამ ყოლაფერთან შეხება არ აუხეშებს მის ცნობიერებას. А мы, будучи начинающими преданными, наоборот, должны быть очень аккуратны с материей, с которой соприкасаемся. Поло ჩვენ როგორ მისათვის გამო რომ დამწყები ერთგულები ვართ, ძალიან მთლად უნდა ვიყოთ პირიქით იმ მატერიასთან, რომელსაც ვეხებით. Потому что от если вдруг к несчастью у нас что-то очень резко прирастёт, у нас может вскружиться голова. რადგან საუბედუროთ თუ ძალიან სწრაფად ჩვენ რაღაც გამდიდრდებით ან რაღაც გაიზარდება ჩვენში, შეიძლება ამოგვეტრია ან თავის ცნობიერებაც კი ამოგვეტრიალდეს. Как я помню, я жил в ашраме с одним преданным, и после выхода из ашрама он, ну так, довольно быстро разбогател. Мы махсус რომ ერთ ყუთამ ცხოვრობდი ашрамში და როდესაც ашрамიდან გამოედით, ის ძალიან სწრაფად გამდიდრდა. И его практика естественным образом ослабла, и духовный учитель прилетел в Москву и позвал его на даршан. Миси практика თავისთავად დასუსტდა და შემდეგ სულიერმა მოძღვარმა მას დარშანზე დაუძახა. И он сказал духовному учителю: "Зачем мне так прямо практиковать? У меня столько денег, что я могу себе купить самолёт до Вайкунтхи". და მან უთხრა თავის სულიერ მოძღვარს: "ასე პირდაპირ რატომ უნდა ვაპრაქტიკო? მე იმდენი ფული აქვს, ფული მაქვს, რომ შემიძლია თვით ფრენავით შევიყიდო ბაიკუნთამდე". И духовный учитель сказал ему: "Дурак, тебе туда лететь ещё минимум 100 жизней". Сулер мамозварма ки утхра: "Сулело, шен минимум 100 цховреба могицавс санам ик чаприндеб". Нет никаких способов материальных купить себе билет в духовную реальность. Аранайри материалური საშუალება არ არსებობს, რომ რითაც შეიძლება სულიერ რეალობაში იყიდო ბილეთი. Только когда, развивая, углубляя доверие Гуру и Кришне, мы перестанем обождествлять свои материальные достояния, мы сможем соприкоснуться с духовным миром. Холод машин, როდესაც ჩვენ თანდათანობით დავიწყებთ Гуруსა და Кришнас, დობის განვითარებას და ყველა ყველაფერს, რაცაც ვეხებით, არ ჩავთვლით, არ მივისაკუთრებთ, холод машин შევძლებთ, რომ შევეხოთ სულიერ რეალობას. Поэтому мы говорим о том, что этот путь, он постепенный. Еще раз, наблюдая за примерами преданных, которые предались. У нас развивается доверие к Кришне, реальное, настоящее доверие. Потому что мы видим, что преданные, которые отдали себя, они счастливы, они более счастливы, чем я. Потом что мы ходят, что имертгулебма, რომლებიც საკუთარი თავი მისცეს Кришнас, უფრო бедნიერნი არიან, ვიდრე ჩვენ. Хотя у них может ничего не быть вообще внешне, как у Коловища Шридхары.
მაგრამ გარეგნულად მათ შეიძლება არაფერი ჰქონდეთ, როგორც კალავაჩაში რით არის. И по мере того, как мое доверие к Кришне будет расти, я могу ослабить свою хватку, свои взаимоотношения с материей. Таймис да михадит ту როგორ განვითარდება ჩემი ნდობა, როგორ გაიზრდება ჩემი ნდობა კრიშნასადმი, მე შევძლებ რომ შევასუსტო ჩემი მიდრულებები მატერიასთან. По-другому мы никогда не сможем отказаться от своих отношений с материальной энергией. Поговорю ჩვენ ვერანაირად ვერ ვიტყვით უარს ჩვენ ურთი ჩვენს ურთიერთობებზე მატერიალური ენერგიასთან. Поэтому своими силами или практикуя, ну, так это слабо, а духовную жизнь мы можем стать максимум религиозными людьми в сознании Кришны. Мы там საკუთარი ძალებით, ну, ასე ვთქვათ და ასე პრაქტიკით, ჩვენ მაქსიმუმ რელიგიური ადამიანები შეიძლება გავხდეთ კრიშნას ცნობიერებაში. То есть стать по-настоящему преданными Кришне мы просто благодаря своим этим скудным усилиям не сможем, к сожалению. სამწუხაროდ ნამდვილ ერთგულად ქცევას მხოლოდ საკუთარი ძალისხმევით ჩვენ ვერ შევძლებთ. Потому что Господь, Он вкладывает все свое сердце в отношения с преданным, даже если Он находится в материальном мире, как обусловленная душа. რადგან ფალი მთელ თავის გულს ერთგულთან ურთიერთობაში დებს, ერთგულებთან ურთიერთობაში, თუნდაც ის ერთგული მატერიალურ სამყაროში იყოს, როგორც განპირობებული სული. Поэтому, чтобы быть рядом с Господом, мы тоже должны все свое сердце отдать Ему. Амитом ацемисатус რომ უფალთან ერთად ვიყოთ ფლის გვერდით ვიყოთ ჩვენ ჩვენი გული მას უნდა მივცეთ. И мы с вами учимся этому постепенно под руководством ачарьев, Шрила Прабхупады, наших духовных учителей и других преданных. Вот ჩვენს ჩვენთან ერთად ასე ნენელა ვსწავლობთ ამ ყველაფერს აჩარიების სულიერი მოძღვრის და შრილა პრაბჰუპადას სწავლობთ. Харе Кришна. Это вопросы, если дополнение. Харе Микит Фобиан Тамады Батугаут. Является ли счастье критерием правильности на духовном пути? То есть может быть такое, что преданный правильно двигается, но при этом он несчастлив? Арис ту ара беднийреба критериуми миса, ром ertkulis sorad medis sulier gzaze. Спасибо, очень хороший вопрос. В начале какое-то наше такое вот счастье, наполненность, удовлетворенность от того, что мы делаем, ну, является для нас очень большим таким подспорьем, помощью. Расцвещи, родесац раимес вакетет эс бедниереба, расцвец ганвицит ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს ჩვენ. Но когда сознание очищается, значит, углубляется, то преданный учится испытывать счастье только от одного вида. Маграм тандатанамит, родесац ჩვენი ცნობიერება უფრო იწმინდა, იწმინდება და ღრმა ხდება, ერთგული იწყებს მხოლოდ ერთი სახის ბედნიერების განცდას. И что это за счастье? Это когда счастлив мой возлюбленный. Эсра беднийреба, эсэс беднийреба, родисат чеми шеқварбулия беднийер. Когда счастлив тот, кого я люблю. Родисат беднийреба, беднийрия исвис, винс миқварс. То есть я живу, у меня нет своего счастья. Моё счастье это его счастье или её счастье. Ану мецхороб, маграм ар макс сакутари беднийреба, чем беднийреба арис миси беднийреба. И когда моё сознание уже переключилось на эту форму взаимоотношений. Да родосат чем ცნობიერება ურთიერთობის ამ ფორმაში გადაერთვება. То тогда неважно, я счастлив, огорчён, мне легко или трудно. Машин кое აღარ აქვს მნიშვნელობა, მე ბედნიერი ვარ, მოწყენილი ვარ, რთული არ ამ ჩემთვის რამის გაკეთება თუ მარტივ. Как Шиматер Тхарани говорит, Ашлишьява Падара, там, что мама дала, ты можешь сделать все, что угодно со мной, ты можешь не приходить ко мне, ты можешь пнуть меня ногой, ты можешь не принимать мои дары, но ты все равно останешься моим прананадхой, то есть жизнью моей жизни.
როგორც შემატირეთ არ არის ამბობს, ჩვენ შეგიძლია მოკვდე ჩვენთან არ მოკვდე, მიიღო ჩვენი ძმანი არ მიიღო, მაგრამ შენ ყოველთვის ჩემი სიცოცხლე იქნება. Конечно, это, ну, как говорится, high level, то есть самый высокий уровень возможного сознания в отношениях с Господом. Радкомда ის ყველაზე მაღალი დონეა უფალთან ურთიერთობის. Но мы хотя бы как цель должны это знать, и тогда мы сможем увидеть у возвышенных преданных, как они живут именно вот таким образом. მაგრამ ჩვენ როგორც მიზანი ეს უნდა გვქონდეს და ვხედავდეთ, ვიცოდეთ ეს და შემდეგ შეგვიძლია დავინახოთ ეს ერთგულები, რომლებიც ამგვარად ცხოვრობენ. Как, например, все знают его святейшество Шачинандана Махараджа. Магнитат Вала Ичнопс Мисус Миндус Суба Шачинандана Махараджас. Но у него очень больные ноги. Нас Цалиян Дава Дебули Пехаби Йокс. И при этом он танцует на киртаны всегда, да? Зажигает преданных со сцены, прямо скачет. Да, Амастан Искутунавс Киртанебзет Секуаупс, да, Иртгулыпс Асе Амхневепс. Потому что он очень счастлив, когда преданные воспевают Святое Имя, потому что он знает, что Святое Имя и Кришна не отличны друг от друга, и он хочет, чтобы все это осознали. Афганистанлиан бедниерия цминда сахвелис галубит да сурс ром полам гаацнубиерос да ибднос эс беднииерба цминда сахвалш. А после программы он чувствует жуткую боль. Программис шемдек ки сашинат физически. кевис физикур ткевис ганицдис. И что это его как-то останавливает? На следующем киртане он будет вести себя точно так же. Тамас эсра именно ирада ачерепс, шемдек киртанзе зустат игивена ирад моикцева. Вот вам простой пример того, что значит, что не мое там счастье или горе, хорошее настроение или плохое является критерием, а критерием является то, счастлив ли Гауранга Махапрабху. აი ზუსტად ეს არის უბრალო მაგალითი იმისა, რომ ჩემი ბედნიერებას კი არ მნიშვნელობა, ეს კი არ არის კრიტერიუმი. კრიტერიუმი ის არის უფალი ჩაი გაურანგა მაჰაპრაბუ თუ არის ბედნიერი. И наблюдая за подобными примерами, мы потихонечку как-то примиряемся к ним. Осторожно. როდესაც ასეთ მაგალითებს ვაკვირდებით, თანდათანობით უტოლდებით მათ. И потом в какой-то момент мы тоже начинаем пробовать еще раз, потому что доверие Кришне по-настоящему развилось. И мы пробуем так делать, и мы чувствуем от этого, что Господь очень доволен. და რაღაც მომენტში ჩვენ ასე ქმედებას ცდით ხოლმე იმის გამო, რომ ჩვენი ნდობა იზრდება უფალთან მიმართებაში და შემდეგ ვხედავთ, რომ ქალი ძალიან კმაყოფილია ჩვენით. Как Шрила Прабхупада сказал, что я 12 лет потерял во Вриндаване, когда он занимался там, готовился к своей поездке в Радхадамадаре Мандире он жил. როგორც Шрила Прабхупада თქვა, რომ 12 წელი ვრინდავანში დავკარგე, როდესაც ის რადამდარ მანდირში იყო და ემზადებოდა გამგზავრებისთვის ამერიკაში. То есть он из Вриндавана уехал в Нью-Йорк, то есть просто из духовного мира прямо в ад. ანუ ის ვრინდავანიდან ნიუ-იორკში გაემგზავრა, შეიძლება ითქვას სულიერი სამყაროდან პირდაპირ ჯოჯოხეთში. И почему он туда поехал? Для чего он это сделал? Зачем ему это нужно было в конце жизни? Потому что он жил не своим счастьем, а счастьем и состраданием своего гуру, всей гуру парампары и Гауранги и Нитянанды. Раши ჭირდებოდა მას ამის გაკეთება, რადგან იმიტომ რომ ის საკუთარი ბედნიერებით კი არა, თავისი გურუს, მთელი პარამპარას და გაურანგას და ნიტანანდას ბედნიერებით ცხოვრობდა. Ему пришлось столкнуться со столькими неудобствами, со столькими страданиями, но он никогда, ни секунды в своей жизни не жалел об этом. Амас рамдени сиртхулис да танджуистан шежахеба შეჯახება მოუწია, მაგრამ ერთი წამითაც კი არ უნანია ამის გამო თავის ცხოვრებაში. И вот так мы учимся на примерах других, ну в какой-то момент даже мы сможем. ასე ვსწავლობთ ჩვენ ცხობის მაგალითებით და რაღაც მომენტში ჩვენ შევძლებთ. Поэтому мы повторяем святое имя не потому что эмоции какие-то испытать. Может, мы их и не испытаем никогда. Мы повторяем, потому что это делает счастливым моего духовного учителя Шрилу Прабхупаду. Именно потому что мы даже сами там пьяру, мы говорим, что чем раньше мы эмоции бегаем, что чем мы там вымеваем, что мы с обедниерепс Шрилу Прабхупадас даупалс.
Потому что если я буду в этом зависеть от того, что я чувствую, то я очень скоро перестану вообще повторять Святое Имя. Я ничего не чувствую. რადგან თუ იმაზე ვიქნები დამოკიდებული თუ რას ვბრძნობ მე ძალიან მალე შეოჭყვით აქვს მინდა სახელების გამეორების რადგან ჯერ არ აფრის აღჭი. Но если я понимаю, что это сделает счастливым моего духовного учителя, то это не такая сложная деятельность, это же в конце концов не уголь добывать в шахте. Мне, მაგრამ მე თუ ხდები რომ ეს აბედნიერებს ჩემს სულიერ მოძღვარს, მე ვაკეთებ ამას, რადგან ეს ხომ არ არის ბოლოს და ბოლოს რაიმე ძალიან რთული საქმიანობა, ნახშირს ხომ არ მოიპოვებ შახტაში. Поэтому я буду делать это, как говорится, и в счастье, и в горе, и когда есть вдохновение, и когда нет вдохновения, я буду делать это для него. Амитомат меня Москва катеп беднире, ану беднире башиц, убедуре башиц, макс, райми мамкнавебс, туар мамкнавебс, мем ам пола перскава катеп мистис. Поэтому на самом деле духовная жизнь, она очень простая. Амитомат синамлы же судья, споворба залиян убрало. Здесь ваннеры, да, вот обезьяны, которые говорят, мы друзья Господа Рамачандры. Они ему служат. А як магет от моим любимым бенром чуэн упали Рамачандрас мегобре бивот? И сени масим сахуре бием. Они иногда вели себя не очень достойно с точки зрения ведической культуры. И сени хандахан из артисе гирсе уладик цевнен ведури культуры стуальцахэдвидан. Но при этом у них была глубокая преданность и привязанность к Господу Рамачандре. Маграма мастан мат цалиян хрма миджажулуба да эртулуба хонда тупали Рамачандра сад. И поэтому все вот эти внешние, так сказать, ограничения, они в глазах Господа не играют никакой роли. Амитомас эс гарегнули асе вткват шезлудаби уплис твалебши аранайр ролс артамашбс. Остановимся, да, здесь. Грантара, Шимад Бхагаватам Ки, Джай, Шимад Рупада Ки, Джай, Ананда Коти, Вайшнава Вринда Ки, Джай, Нитай Год Прамананда. Спасибо вам. Харе Кришна, спасибо большое. Харе Кришна, спасибо.